Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса. Как сообщает РИА Новости, в лечении коронавируса COVID-19 эффективность показала методика переливания плазмы заболевшим от пациентов, которые уже переболели вирусом. Глава больницы в Ухане Джан Динюй заявил об эффективности данного метода на пресс-конференции. По словам экспертов, в плазме некоторых людей, которые переболели коронавирусом, были обнаружены антитела, помогающие бороться с заболеванием. Как пишет газета Global Times, данный метод позволил вылечить 10 пациентов, которые находились в тяжелом состоянии. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!